Друзья мои, всем привет! Всем привет из самой солнечной Калифорнии. У нас сегодня на улице не меньше, как весна, поэтому так бьет солнце в глаза, что даже через очки не очень-то приятно. Вот. Ждем с вами Виктора Николаевича. Он побежал за ключами, забыл от машины ключи. Мы хотим поехать погулять. Нашли какую-то Фолсон тюрьму, не знаю, музей. Как это? Я просто в голове переводила с английского. Вот он идет, Виктор Николаевич, забыл ключи. Скажи привет всем. Вот. Так что сейчас поедем чуть-чуть погуляем с мужчиной. И вас берем с собой. Идем и спорим, как это правильно в видео называть, куда мы приехали. Вот сейчас мы походу, вообще в действующей тюрьме. А не чтобы она была действующей. Ну, такое чувство, что сзади прям там вышка такая. Нет, ну да, вышка есть. Вот поэтому. Виктор Николаевич, тебя как всегда не видно, а да спина твоя. Бежишь куда-то. На улице, ну прям жара, я не знаю, прям без куртки, без ничего можно. Три музея ребятам запрещено снимать. Вот. Ну, это реально действующая тюрьма, вон они стоят, охранники. И вот вход в тюрьму. Нам рассказали, что все калифорнийские номера делают заключенные этой тюрьмы. Какие-то металлические, не совсем поняла. На машину, да. И что-то металлическое для полицейских машин они делают. Не знаю, там слово такое сказала, его ни разу не слышала. Вот. В общем, у них там очень много всяких работ. Таких они их обучают, даже можно пожарным стать после того, как освободишься. Типа они говорят, пожарный департмент, fire department, типа звонит им, узнают, как они тут себя вели, как они работали, и даже, правда, дают им работу. Ну, не знаю, насколько это правда. Ну, наверное, правда, если он рассказывает. Ну, очень позитивный такой охранник был, говорит, нет, говорит, тут очень много позитива, и говорит, очень много хороших людей. Вот так вот он сказал. Вот. Ну и вот при, получается, тюрьме, такой вот реально музейчик, где можно походить. Вот. Какой-то ган, типа щит. Ну да, типа того. А, вот его выставляли сюда вот ружье и прятались за ним. Ну, только с другой стороны. Ну да, понятно, что с другой стороны. Айрон, щит. Ну, айрон, это же металл. Так что вот такое вот, вот такая вот вышка какая-то. Ну, это тоже типа как Old Tower, старая. Ну да. Башня. Что это такое? Сидушка какая-то, да, походу? А, смотри, сиденье, а там пристегивали ноги. Да. Чтобы они, видимо, да, не сбежали. В общем, внутри там столько всяких вещей, которые пистолеты, ребята, они тут и пистолеты делали, и тостеры какие-то самодельные, и всякие отмычки, и там как заточки, мы вообще молчим. Там такой ассортимент, что мама не горюй. Вот. Как-то так. Интересно, что-то лимоны на дереве висят, ведь, или яблоки? А какие яблоки? Ну, что, может, яблоки тоже есть? Лимоны висят. Видите, вон даже на земле сколько валяется. Сейчас я поближе приближу. Вот. Ну, хотя, блин, для лимона слишком большое дерево, мне кажется. Я тоже не пойму, что это такое сдалека. То ли лимоны, то ли яблоки. А яблоки не могут быть в январе. Почему? Ну, как почему? Я хочу яблоки. Нет, ну это что-то цитрусовое однозначно. Ну, либо хорошо. Какие-то... Не знаю, ну не грейпфрукты, но, наверное, лимон, да, лимоны. Короче, вот так вот, ребята, сходишь в такой музей и вообще там ощущения такие, что не стоит ничего нарушать в этой жизни. Лучше, да, там, мне кажется, лучше быть по эту сторону. По эту сторону, да. Ну что, пойдем? Какая погода? Просто шикардосная. Я хочу сказать, что в куртке даже вот это легенькая, вот такой легенькой курточки, мне даже сейчас в ней жарко. Вообще в футболке можно. Да, то есть очень тепло. Жарко, тепло. Мы решили прогуляться по старой части Фолсома. Вот смотрите, какие тайны есть. Забегаловочка. Зай, ты сказал, мы не едим. Мы не едим. Мы гуляем. Зай, мы к мусорным бакам пришли. Тут, походу, выхода нету. Ну, вот сюда можно. Вот
только вышли ребята с машины на улице и сразу, ой, чем тут пахнет, чем тут пахнет. Да, вот это прям. Обалденно. Что ты? Посмотрите на это лицо, которое сказало, мы не будем. Да вот в этом ресторане с чем-то. А что жарят такое? Мы пришли в какой-то старый Фолсом. Хотим немножко погулять. Ой, ну и, конечно, поесть, ребят. Что, поесть? Ага. Что? Слово поесть. Это же что же, обжоркин. В какую сторону идти? Туда? Туда? По улице, да, туда. Пойдем на ту сторону. Пойдем. Magical dining experience. Ну да. Вот. Магический опыт. Ужина или как это дословно? Ну, восхитительный, великолепный. Все как по мне, дословно. Вот это вкусно пахло отсюда, ловите. Вот отсюда. Да. Мы туда, значит, пойдем? Да, пойдем. Они хорошо. Вилки, вилки. Я хочу сказать, все едальни забиты. Да, вот смотри, наверху второй этаж, вообще все. На улице тепло? Сырье. Не, пиццу я не хочу. Нет. Тут еще Новый год. Еще, я чуть не убилась. Ты не мог сказать, что там ступенечка. А я думал, ты сможешь себе подумать. Нет, я смотрела в камеру. Что, пойдем туда, наверное? Да, пойдем. Тут как-то оживленно очень. Пошли, переходим. Фолсом Хотел. Прикольно. Катрина. Антику, винтаж. О, ну все, сейчас мы пойдем туда. Пошли, конечно. Это кафе, кафе по. Ну, типа, знаешь, как это, да, Comedy Club? Стендап. Comedy Club, типа того? Ну да, типа открытый его микрофон. Лучше театра написано. Ну да. Папа, посмотри на это вперед. Красавец. Хрюня. Зая. Смотри, он прям рядом с ним, рядом с ним. Он не похож. Смотри, она еще бегает. Как-то по мне это, мне кажется, уже слишком. Он с ним, между прочим, в ресторане был. Он отсюда вышел. Не, ну у каждого сам, как это, каждый сходит с ума по-своему. А это хозяин ресторана, что ли, был? Может, у них тут есть это... Клуб по интересам. По свинкам, что ли? Да. Блин, а вообще как-то мы тут сюда не приходили, и очень даже зря. Тут очень прикольно погулять. Штруфели. Конфеты. Мороженое, конфеты. Кстати, вот твоя мама спрашивала, есть кафе, где мороженое поесть? Вот, пожалуйста. Пойдем посмотрим, что ли. Да. Да. Май гад. Как это карета? Яблоками печеными. Там Новый год, походу. Не пойдем. Там круглый год, Новый год.
вот там видишь какая-то станция. Ну, мы сейчас туда спустимся. Что, мы правда здесь не были, по-моему? Что это? Моя вот что-то китайское. Не знаю, из-за иероглифов, может быть. А, ну посмотри, внутри прямо. Ну да. Паркировка такая столовая. Она уже забронирована. Наверное. Тоже мороженка какая-то продает. Не отсюда ли сладким пахнет? Да. А, ну вот они там что-то выпекают. Такие старенькие, как это, здания такие, видно, что они старые. Да, внутри там уже все новое сделано, но сами здания, да? Вайн-тестинг. А, можно про, как-то попробовать вино. Продегустировать. Вот. Мы возвращаемся по другой стороне. Гуляли просто. Нам тут понравилось. Очень да, даже. Погиб, конечно, прям очень тепло. Не по погоде, не по погоде да? Жарко. Люди, реально, в шортах. А мы в куртках. Снова подряди, мы заходили здесь. Интересно, это раньше станция была, как ты думаешь? Ну, прям же видно, рельсы были раньше. Ой, я не полезу, давай. Ну, пошли, почему я еду? Написано же ООП. А, тут все закрыто. Мне просто висит. Ну, не ООП. В общем, это реальная станция. Слушай, как в фильмах прямо. Была станция. Железнодорожная станция. Сейчас уже магазин, стор написано. Ну, по всей видимости, тоже закрыто. Да. Ну, может, вот просто вон расписание. Ну, воскресенье еще, не знаешь, тоже. А сейчас с 9 до 5 написано. Ну, что-то. Что-то не срослось. А, Monday, Tuesday, подожди, Saturday, 9 а.м. Saturday, сегодня Sunday. Ладно, написано, да, 9 а.м., 5 п.м. Что-то видимо сегодня. Не получилось. Я помню, что мы были в этом музее 100%. В этом были, да. Даже не пойдем туда, там мы уже там все посмотрели. Мы еще с Максом были. Отдельно, что ли? А? Мы нет, были с Максом. Ну да, он еще камушки разукрашивал, помнишь? Да, 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 да. Точно. Вот это вспомнил. Мы здесь были вот в этой. Водички, да? Лимонад. Лимонад. А Максимка вот у нас митболы, картошка фри. И ему еще и флаг поставили. Говорит, мне а даже что мы не взяли? Поставили. Ни ложку, ни Максим вилку. Должен принести. Вилку. Бука наша.
Да. Ну, смотрите на это. Они уже почти одного роста. Ну что ты, чему ты ребенку учишь хорошему? Пошли. Иду. На, подержи одну, Максима, я поснимаю тебя. Да что ты снимать, пойдем. Я шучу. Купили в Икеи новую кровать, ждем вот. Мы следующие. Наш номерочек 41, а 46 51. 5:48 будет готово. Нет, не будет готово. Сейчас, наверное. Нет, да, 5:48. Сейчас 5:40. А, ну да, наверное, 5:48 будет готово. Что там уже Максим чудит? Ну и что ты, скандалист? Там еще пол Китая влезет. Конечно, вам бы только мою машинку бы попользовать. Ну, что тут с твоей машинкой делает? Покатил подрощенный наш. Ну, вот как-то так. Сейчас папа еще назад отодвинет креслице. И там еще как-то я должна буду ехать. Он его разложил зачем-то. Что? Ты его разложил или ты его двигал? Двигал. Так ты его просто сейчас разложил. Пришлось... Ну, я его назад подвинул. Сейчас Виктор Николаевич придет, а его тут ждет сюрприз, сюрприз. Матрас, матрас. Что происходит с собакой, если ему купили новую игрушку? Думает, что я подойду к нему. Отдай. Дай. А что там, некуда, да? Некуда. Ой, не. Фиг там тебе. Сколько выживет эта игрушка у тебя, а? А тут, ребят, кровать лежит с матрасом. Посередине залы лежит кровать с матрасом. И ждет, когда муж приедет. Все пришло. Все доставили, ждет, когда муж приедет из рейса. Вот так вот быть, как говорится, семьей дальнобойщика. Живешь неделю с кроватью в зале не собранной. Вот, а мы притащили продукты, сейчас будем их разбирать. Затащили корм, пришла упаковка. В общем, какая-то такая у нас суббота. Спасите, помогите, разберите за меня. Это, ребят, тот случай, когда у твоей деточки уже размер 10. Вот тебе 5, а у деточки 10. У твоей 12-летней деточки размер 10. Понимаете? Как-то так. Так, Макс еще себе прикупил вот такие вот картины со стечулей. В общем, они им понравились. Были на скидке, стоили 40, мы купили за 19. Сказал, над кроватью повешу. Ну, вот так как-то. У нас у Феди массажные процедуры. Максим, как массаж? А у нас типичное утро. Воскресенье. Я в воскресенье стараюсь что-то вкусное готовить. Сегодня я сделала блинчики с мясом. Макс очень любит и обычные блинчики, и блинчики с мясом. А вы что делаете по воскресеньям? Ребята, у нас вчера был апокалипсис. Я не знаю, какой-то калифорнийский апокалипсис. Такой дождь лил весь день. Ветер был, я не знаю. Света не было. В общем, что-то было редко жуткостное. В общем, как тут еще чистенько у нас. Просто шишки да ветки валяются там по дорогам. И деревья попадали. И я за Максима в школу отвозила. В общем, даже не знаю, когда дали свет. Ну, как-то так. А у нас сегодня вот такой... легкий и красивый ужин из тортилов. Тортилий, сори. Что язык заплетается, сегодня работала. Из тортилий и овощей.